think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, мы на АС сервере на аккаунте Виталика, и у нас сегодня роллинг сразу же после обновления. Будем пробовать, так, заявочку он потом оставит, будем пробовать выбивать недостающего героя Берсерка. Я вчера себе его получил. Так, смотрим, что тут по плюхам интересного. Зефир, собираем эту плюшку сразу же. Так, по временным акциям. Вот такое себе. Такс, что у него? Что у него здесь по донату уже делается? 104, 106. Ну, фактически все герои есть, кроме двух недостающих. День замка владельца, затонувшие сокровища, время обновления. Ну, интересно, забегу сюда, посмотрю. Что здесь по плюхам у них? Интересно самому. Он на фоне мой аккаунт. Короче, все как обычно, все небезопасно. Побежали, короче, обратно. В общем, ничего толком мы не увидели. Забрали плюшки. И сегодня так. А что здесь нету? Не, есть маленькая помощь. Посмотрим сейчас, что на АСе в маленькой помощи дают. Ну, то же самое, что и у меня, в принципе, везде, у всех одинаково. Так, есть парящий остров. Через 2 дня там появится новый донатный герой, скорее всего, как обычно. В общем, поехали. Находится он в гильдии Умка. АС сервер, кто играет, кидайте заявочки, вступайте. 3075, первые места на заявке только в телеге. Пишите в телегу, S-scroll, поехали, короче, будем сейчас пробовать с вами, что у него тут по картам делается, ну, куча карт, они все, скажем так, бесполезные на таких аккаунтах. Так, плюс 75к, еще здесь добьем, 95 тысяч самоцветов, ну, поехали, я надеюсь на удачу. Не так, как у меня, хотя, в принципе, мне тоже жаловаться, нам за 200к выпало. Кстати, а что здесь по найму? Такое себе. Хотя, в принципе, что такое себе? Мэри 100, сколько? Лис 50, Зефир 50, Барт 100, Огник 100. Не, ну, нехило так. Нехило, я вам скажу. Плюс еще дополнительно другие герои есть. Так. У нас на трату что-то сегодня есть вообще? Не, нифига нету. Нифига на трату нету. В общем, поехали. Поехали сливать самики. Так, панда. Ну, рандомчик. Свален падает. Мне, кстати, свалены тоже довольно-таки неплохо падали на моем аккаунте. Душек. Ведьма. Пара. Медузка. Космо, нифига себе. Космо так быстро упал. Мне там свыше 100к, по-моему, космо не падал. Это сервер, чему тут удивляться? Тан-тан-тан-тан-тан. Ну давай, рандомчик, ну давай. Такс. РТшка. Еще один РТшка. Да что за фигня? Блин, это писец какой-то. Череп. Самый дорогой череп у меня был. Так, триант. К
которого я так и не вытащил, кстати, с того роллинга, Леди Лео. Ну, Суккуб. Ну, что-то вообще как-то кисло падает. Вот мы уже 30к разменяли, и по сути нифига вообще. Какая-то подстава на Айсе. Атлант. У меня на английском хотя бы леги нормально падали. Тут что-то вообще печаль. Будем надеяться на лучшее. Так, давайте до 50к. И побежим с вами в наше любимое место. Тут, нифига себе, 3 слизняка. В рейды. Может, после рейдов хоть поможет что-то. Не, вообще просто печально падают. Ну, походу, я не знаю. Проще ждать следующую обнову и брать за копейки, нежели сливать. Ну, в принципе, здесь самоцветы нафиг не нужны. Здесь все есть. Так, отлично. Я ничего отличного. Поехали. Фобушка сразу падает. Одержимый. Нифига себе. Видите, надо в рейде бегать чаще. Химка. Рино сразу же. Нифига себе. Артешка. Триант. Блин, жестко. И все, и все. И печаль началась. Ну не знаю, блин, у меня на английском лучше герои падали. Может, это рандомчик, но, конечно, что-то вроде зашли самые первые после обновления. Нифига не падает. Просто тупо не падает. Но я бы не сказал, что это топовые герои, которые вылетают нам. Рей даже нету. Единственное, что Космо нам упал. Сасакула опять этот выпал. Блин, я не знаю. Блин, я уже думал, знаете, думаю, такой новый герой. Что-то мне напоминает это мой роллинг. Пепельная Матрона. То же самое было. Одна, вторая, третья. Купидон. Матрешка у него уже есть. Нету смысла донатить, потому что, ну... Печальная игра стала. И герои со временем вообще просто копейки стоят. Нету смысла вливать в них. Никаких бонусов ты за это не получаешь. Ворожей. Череп еще один. Да вы что, издеваетесь? Блин, трэш какой-то творится на этом Айсе. Сейчас должна быть какая-то имба. Леди Лео. Ну, я же говорил, Лего после рейда сразу падает. Походу дело пахнет сливом. Ниндзя. Блин, ну это жестко. Блять. Ну это какой-то, не знаю, это какой-то прикол, походу, с этими матронами, вот реально. Леди Лео. Просто какой-то бред. О, наконец-таки Фрея упала. Еще один Сасакула. 100к, блин, и 2 пепельных матроны, ну это шанс как обычно, ребят. Это реально шанс как обычно. Поехали еще раз в райд сбегаем. Ну не знаю, вот, честно, вот с каждым разом все больше и больше нет желания ролить героев этих, потому что, ну, понимаешь, что это просто слитые самоцветы, завтра он будет продаваться там, по сути, там за пол пака, там даже за пак. А ты сливаешь, ты сливаешь, ну понятно, это все бонусные самоцветы, но ты сливаешь дофига самого. Трифит бульдозер, ну тоже неплохо. Сердцеедка.
Ну давай, последняя симка. 6. Душек. Укротитель. Сейчас такое на последней тычке. Ага, конечно. С нашим-то везением только такое может быть. Малышник. Ну просто вот самые эпичные герои, которые только могут быть. И последних 150. Шаман. В общем, вот так вот. Виталик, мы нашаманили на твоем аккаунте. Ну, не знаю. Жестко. Реально жестко. Ни хрена толком не падает. Вот. Не знаю, что-то эти герои. Фига себе, у него сколько всего. Сколько ништяков. Блин, обидно. Конечно, обидно. Хотя, с другой стороны, понимать надо то, что шансы реально они, я не знаю, или режут, или меняют. Но в среднем герои сейчас, ну, кому как повезет. Некоторые напишут, я с бесплатки достал, это понятно. Но в большинстве 100, 200, 300, 400к, которые, ну, по сути, нафиг не нужны. Это чисто уже интересно, если некуда сам одевать. В общем, такой вот, ребят, роллинг. Поражали по лайку, слили самоцветы, в итоге ни хрена не выбили, как обычно. Ну, все как всегда. Зато пофанились. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки, кому надо посливать аккаунты, посливать самоцветы. Всем удачи, всем пока.